Сейчас будем пробовать заряжать Теслу от таких розеточек, от таких автоматиков. Причем одновременно с тем электромобилем будем пробовать заряжать. И не знаю. Я думаю, все получится. Заряжается 16 амперами максимально. Как-то так это выглядит. Ну, посмотрим. Проводочка, в принципе, должна выдержать. Потому что табло 13, и это 13. Это уже 26, а тут 16. Так что должно быть все окей. Лишь бы сама зарядка выдержала, бы она такая уже подплавленная. Да, для Тесел, конечно, тут тесновато. Ну и у меня так бывает, что еле заезжаю. Такой переходничочек. И обычный пистолет. Не Мэнники, скажи, что называется. Ой, этот. Ой. Тип 1, ну, вспомнил. Тип 1 пистолет, спокойно себе. Идет? Ага. За сколько вы минут поменяли колесо? Да, за минуту 3. Да, 3 минуты где-то. Как-то так. Держи, раз, держи. Держи. Все, этот я не знаю, как его... Поскупцы, да, или что-нибудь крутнуть, опустить, а этот завалится сам. Держи. Так, а ну-ка. Опа. Опа. Сразу опускаем его, чтобы он был, когда срочность, понял, что уже как-то на готове. Закручиваем. А этот можно съехать, а можно и опустить. Так, этот железный забирай, а этот туда я опускаю. Все, кирпидон тоже можешь тут забирать уже, положить на место. Аж в асфальт вмялась, тяжелая машина, тонна 900 все-таки. Попросил колесико вывернуть, чтобы видеть износ отсюда. Заодно посмотрю, живет ли внутряк через время. О, есть. Вот такая вмятина. Быстрый спуск домкрата. Вот и все, бакер. 3 секунды он снят. И колесо мы тоже меняли очень-очень быстро. Жалко, не сняли. Короче, секунд 20, да? Благодаря этой штуке. Все? Да. Так, что-то интересненькое, но пока ничего не понятно. Кто-то вылетел на травяную полосу, че нет. Че просто это ЦКшники разборки устроили. Ого, сколько их приехало. Ну да, да, да. А нормально, нормально. Я же говорю, ты поднимаешь тяжелее, чем я обычно вещи.
Это все. Теперь будет спать его в нем. Естественно. У нас там краски чуть-чуть можно по это подкрасить. Я придумала, она взяла здоровую палку. Она прям такая здоровенная, длинная. И у нее 2-литровая бутылка. Зелений гай. Церквуха. А вот это песок на мыле, получается остров. Только я не могу понять твой, ой, остров. Ну, в смысле, этот, озеро. Короче, озеро сделали. Только не могу понять, где именно это озеро. Да, и вон там что-то мыло. А, да, так это озеро все. Круто. Пойду хоть посмотрю. Что оно такое? Ну, это так. Как бы и песок заодно добыли. И место симпатичное, красиво сделали. Не знаю, платное, бесплатное, но что за озеро, скоро узнаем. Наверное, платное, обычно мало что бесплатного сейчас есть. Надо доехать до Кабралана, а дорога там такая. Ну, я думаю, доедет, куда она денется. А в Изиле вообще девочки снимут. Подснимник, как у нас говорят, прикинь. Посмотри на эту штуку. Ну, а я оператор. Там снизу видно, но мне кажется, что это... Богатенько. Да. 30 стульев и 9 столов. Неплохо. Посмотрим, да, результат видео в конце. Доедут ли они до Кабралана. Не застрянем ли мы где-то. О, у меня, видишь, когда стекло опущено, мне надо прыгать. Опа, я тут. Потому что он тоже прыгается, если будем сильно прыгать. А там есть где сильно попрыгать. Но ехать будем медленно, это не в комендантский час спешит. Ну, да. Там у тебя же крючочек вроде, у тебя там крючочек вроде. Не, ну даже отсюда выглядит жесть. Сфоткай, просто сфоткай туда. Туши и... Такая... Ну, по-моему, офигенно. Разъехались. Один стульчик внутри. Зато 40 стульчиков вверху. Опа! Это подарок. Котлован нас ждет, так сказать. Надеюсь, доедем. Бо пугали, что грузовые машины туда не доезжают, застряют в песке. Ну, я думаю, мы доедем. У нас как раз много народу, чтобы толкать. И куча стульев, которые можно сломать, подставлять под эти, под колеса. Ну, без последствий не обошлось. Получается, газовали там, чтобы не застрять. Вот стулья посдвигались, поцарапали чуть крышу. Крыша у нас не оцинкованная. Единственное в этой машине, что не оцинкованная, это крыша. То есть пришлось подкрашивать. Еще и краску немножко подобрали. Вроде веером подбирали, но в итоге... Не подобрали краску. Ну вот, когда надо. День не всем нужен. Светлый, да, выбрал? Да, не такое оно как. Угу. Не такое, как казалось. Можем часть подкрасить? Да, можно. Единственное, я не могу понять, а что именно так начинается. Теле этот, ну ты понял, экран типа натягивает или что? А, и просмотр типа, да?
Телек сначала. Ты вообще ничего, я думал, это таксист, начал ему объяснять, куда ехать. Ты что, ты в следующий раз хоть курсани нас. Так, все время это... Кстати, звонил только что хозяину и спросил, говорит, точно так можно сделать? Ну, бывшему хозяину. Он говорит, можно. Опа! Часы за 16 штук плавают. Чуть-чуть. Да. Тут уже более-менее ажиотаж прошел. Никого, никто нету. Так. Все, снимаю. Все? Хорошая? Блин, что ты мне теперь захотелось? Классно, я так первый раз, что я решилась прям разбега. Обычно заходишь, я вылажу. Что, холодно? Да. Не, серьезно. Серьезно. Ну да, я так... Не, ну я не знаю, насколько я продержусь. Так, вот наши люди не хотят ни за что платить, везде все на халяву экономят, лазят через забор, реально. Да ты перешагнуть можешь, ё-моё. Если его мама перепрыгнула, то ты вообще должен перешагнуть. Вот и прибыли, куда надо. Целый флот, целая флотилия квадроциклов, катеров и людей. Я снимаю Ваню. У тебя 30 секунд на то, чтобы прыгнуть, а иначе запись запорится. Вот так надо подгонять его. Не, я не буду прыгать, я уже накупался. А с горки? А с горки ты мне не даешь жилет, чтоб я спрыгнул с горки. Thank you.
Да, особо не подъедешь уже. Люди поограживались заборчиками всякими. Но подъезжаем куда можем. Все равно к воде близенько. Три кенгухи, ну две, вон третья. Ну кто там в танчике играет больше всех? Ну старый просто в пиксель выкрашенный. А я-то думал, ты можешь все, а ты не можешь залезть. Позор. А слазить никак. Ну, тебе руку может подать. Кому, Ване? Да. Не, так-то залезу. Я вообще туда сейчас не залезу. Так я пожрал. Не могу делать. Не позор. Серьезно? Куда? Ты к пауку? Там паук. Ты не любишь пауки. Ну как Костя? Катя вроде сильная, но ничего не может сделать. Ни на турнике, ни вообще, ни пресс, никак. Угу. Это, видать, на рывок только. Слушай, я посмотрела, тут ползают какие-то такие щипанки. Да, страшные? Ага, мне страшно.